Привет, друзья, подписчики мои! А перед началом этого ролика я хотел бы принести вам извинения за вчерашнее видео, где я рву коробки, где я прокручиваю бейблейды и где я их ломаю раньше времени. Это видео, ребят, было создано для вашей потехи, для веселья, для развлечения. Я и подумать не мог, что это может кого-то настолько оскорбить. Просто я стараюсь сделать уникальный, интересный контент, который, ну, как оказалось, вызывает у вас дикую бурю эмоций. Вот, и... Простите меня, друзья, за это, если действительно я кого-то, ну, вчера обидел, да, тем, кто там написали какие-то гадости, я прошу у вас прощения. Но, с другой стороны, мы выявили всех нарушителей, негодяев, и они были выкинуты за борт. А для всех остальных, друзей, у нас хорошая новость. Смотрите, конкурс на канале все еще идет, он стоит у меня в закрепленной записи в ютубчике, и там я разыгрываю, получается, я разыгрываю три вот эти вот бейблейда, да? Скрю Трайдента, Твин Немезиса и Зелиана Зевса я разыгрываю в том конкурсе. Но вы набрали несколько тысяч лайков, и я добавил, как и обещал, Уайлд Вайброна и Шторм Спрайзена. Но в другом ролике я сказал, наберем 5к лайков, разыграю Спригана. 5к лайков не набрали, но на двух роликах в целом собралось порядка 6к лайков. Поэтому, естественно, Сприган Реквием вырывается в конкурс, и его я тоже разыграю. Всех мучает вопрос, когда же я их, эти бейблейды разыграю. А разыграем мы их 1 ноября. Да-да, друзья, уже 1 ноября мы выведем 6 финалистов. И я отдам эти 6 блейдов победителю. А сразу после итогов конкурса вас ждет мега-битва Императора Фарнеуса против 50 волчков Бейблейд Бёрст. А, ну да, маленький спойлер. Итак, поехали дальше. Сегодня у нас будет бой. А, кстати, да, успеть принять участие вы еще успеете. Все, что вам нужно сделать, подписаться на канал, поставить лайк конкурсному видео и написать крутой комментарий в комментариях. Ну а сегодня, пока отложу я наши призы, ваши призы, мы посражаемся интересными бейблейдами. Это будет у нас Дрейн Фафнир против Скрю Трайдента. Узнаем, кто из них окажется выносливей и сильнее. Итак, давайте устроим мега-битву. Неугомонную битву. Так. Итак. Поехали. Опа. Фафнир-то у меня упал. Да, друзья, обзор на Фафнира F4 будет уже завтра на канале, поэтому не пропустите, подписывайтесь, ставьте лукасы, и будет нам всем счастье. А с вами был сегодня Неугомонный Блейдер, пока-пока!